Новогоднее чудо. В спортивном комплексе «Юбилейный» проходит ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». В спектакле заняты 40 фигуристов, среди них 4 олимпийских чемпиона. Елена Бережная, Дмитрий Соловьев, Виктор Петренко. Роль Настеньки, сумевшей разглядеть в чудовище прекрасную душу, исполняет Алина Загитова. В одном из номеров она меняет многочисленные наряды один за другим, в другом танцует с завязанными глазами. Звезда отечественного спорта призналась, что ей для этой постановки пришлось даже осваивать элементы парного катания, тогда как все свои медали Алина завоевала, будучи непревзойденной фигуристкой-одиночницей. Мы тоже прыгаем, делаем сложные поддержки. Я вот, например, вообще попробовала поддержки делать в Татьяне Александровне в шоу. Поэтому для меня это еще пока сложно. Но я делаю, и вроде неплохо получается. Плюс ко всему, у меня очень хороший партнер на сказке. Это Дмитрий Соловьев. Сказка на льду буквально оживает благодаря 3D-проекциям и разнообразным пиротехническим эффектам. Для постановки разработали и изготовили яркие и запоминающиеся декорации. Поражает даже их общий вес – свыше 8 тонн. Пышность нарядов впечатляет не меньше. Опять же, статистика костюмерного цеха из области рекордов. В своей работе дизайнеры спроектировали, а швеи исполнили задуманное, потратив в общей сложности 18 килограммов страз и 760 метров золотого и серебряного шитья. Красивые песни, красивые голоса, что-то только озвучивают. Ну, это очень красиво, трогательно, и все должны плакать в конце. Вот. Кто не заплачет, тот, наверное, плохо смотрел. Слезы, о которых говорила Елена Бережная. Конечно же, от радости за счастливое завершение этой трогательной истории любви. Герои шоу не только исполняют сложные трюки и элементы из области фигурного катания, но еще и поют. Персонажи озвучили знаменитые российские артисты Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Николай Басков. А музыку к спектаклю сочинил композитор Сергей Ковальский. Яркую постановку «Аленький цветочек» петербуржцы и гости северной столицы смогут увидеть в любой день до 8 января.